Канал «Нарисуй и раскрой». Детский канал. Привет, ребята! Сегодня мы с вами на нашем канале «Нарисуй и раскрой» будем рисовать такого вот веселого амняма. Амняма в красной шапочке. Ну, то есть в красной перчатке на голове. Рисуем глазки. Рисуем зрачки амняма. Теперь мы начинаем рисовать нашу шляпочку. Вот такая вот наша шляпочка получается у нас. Продолжаем рисовать нашего сказочного героя Амняма. Ребята, в этом видео есть небольшая тайна. Так сказать, тайный сюрприз. Я специально допустила ошибку, когда рисовала Амняма. И мне интересно, найдете ли вы мою ошибку или нет? Смотрите это видео до конца и попробуйте найти мою ошибку. Угадать, где и в чем я ошиблась, когда рисовала и раскрашивала амняму. Могу дать небольшую подсказку. Две ошибки есть. Допущены во время рисования. Найдите, пожалуйста, их. И напишите в сообщество в комментариях, какую ошибку я допустила. А также, ребята, кто не успел подписаться на наш канал «Нарисуй и раскрой», подпишитесь. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. На нашем канале очень много рисунков сказочных героев. Например, такие как Лунтик, Ам-Ням, Синий Трактор, Малышарики, Смешарики, ну и много-много других. Смотрите другие наши видео. Ну а мы продолжаем раскрашивать нашего Ам-Няма. Мы раскрашиваем красным цветом нашу шапочку. И не забываем про нашу загадку. Кто отгадает нашу загадку, где я совершила ошибку. Две ошибки во время рисования Ам-Няма. Ну а сейчас мы берем зеленый цвет и начинаем раскрашивать нашего Ам-Няма. Раскрашиваем ручки, ножки, пальцы. Все, что у него есть зеленое, мы раскрашиваем зеленым цветом. Ну а вы, друзья, смотрите другие наши видео, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. А в новых выпусках мы будем с вами рисовать пасхальные яйца, Пасху, так как накануне праздник Пасхи. Мы будем рисовать много разных рисунков на тему Пасхи. Не забывайте про наш канал, заходите к нам чаще в гости. Продолжаем рисовать нашего Ам-Няма зеленым цветом. Мы раскрашиваем вторую ручку. Ребята, а правильный ответ, какие две ошибки я совершила, когда рисовала Ам-Няма, я вам скажу в следующем моем видео. Вот такой вот Ам-Ням у нас с вами получился. Ну а я буду с вами прощаться. До скорой встречи, мои дорогие. С вами был канал «Нарисуй и раскрой», детский канал.